Вірі Савченко, сестрі затриманої льотчиці, заборонили в'їзд в Росію до 2020 року. Про це новинам на першому повідомив адвокат Надії Савченко Марк Фейгін. За його словами, Вірі про заборону сказали на кордоні Росії та України. Фейгін зазначив, що адвокати оскаржуватимуть рішення ФСБ. По моей практике, по характеру того, как это было сделано, я предполагаю, что ссылка идет на часть первой статьи 27 закона о выезде в въезде Российской Федерации, запрет по соображениям угрозы национальной безопасности. Мы считаем очень серьезное ущемление прав нашей подзащитной Надежды Савченко на идущем процессе в Донецком городском суде, поскольку Вера Савченко, ее сестра, была единственным свидетелем очевидцем, заявленным стороной защиты как гражданин Украины в этом процессе, поскольку все другие находятся под заочным обвинением.